Да. Татьяна Ефимовна, здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Меня зовут Андрей, я из милиции, майор. Очень приятно вас слышать. Мы хотим вам грамоту вручить за ваш донос. Что? Вы донос сделали в сентябре, 27 сентября. Мы хотим вам грамоту вручить почетную и конфет дать немного. Не поняла, за что грамота. Грамота за то, что вы сообщили, что в 15 часов о том, что 27 сентября 2020 года по улице Минска идет колонна людей с большими флагами. Да, ой, я сейчас никуда не выхожу, так что... Чего не выходите? Боитесь кого-то? Нет, я не боюсь никого. Ну, меньше ходить надо А, ну да. с этими ковидами, да все. А, все понятно. Так мы Ну, можем вам... после уже Пасхи. А, ну приходите после Пасхи, забирайте грамоту. А куда прийти? Ну, в РОВД, центральный. РВД? Да. Это где это? Я да не знаю. А? Ну, самый центральный, ну, самый главный. А, по Минской? Да, по Минской. И куда там? И в комнату номер 8 на... В пропускном пункте скажете, что за грамотой пришла. Хорошо. Спасибо. Конфеты мы Спасибо уже большое, подойдет. съедим к этому времени, но грамоту еще останется. Ну, есть на здоровье, боже мой. Мне конфеты нельзя. А, ну, тем Вредно. более. Хорошо. Спасибо большое вам за Да. за патриотизм. Ну. Приходите, ждем. Да, вы тоже крепитесь, и вам тоже всем здоровья. Хорошо. Чтобы все у нас было мирно и тихо, и спокойно. Хорошо, будем. Давайте. До свидания.